Всем привет! Вы на канале Baby Go. И сегодня мы будем обозревать деревянный Ноев ковчег, игрушку сорта. Вот такую вот. Она сделана очень интересно, полностью деревянная. Вот верхушечка снимается. Снимается верхушечка, да, вот мы не смогли до конца ее разобрать. Вот, и внутри у нас зверюшки. Давай, Дин, зверюшек высыпем. Опа! Кто у нас тут? И эти игрушки можно загружать в Ноев ковчег. Для них есть отверстия специальные. Динечка, давай попробуем загрузить всех по очереди. Крокодил у нас будет последним, потому что он грузится наверх корабля. Вот, тут есть жирафик. Вот, кстати, Денис уже загрузил крокодила. Обратили внимание? Все, крокодил у нас там, внутри. Молодец. Вот, давайте загрузим теперь, например, слона. Динечка, вот у тебя слон. Правильно, давай сюда. Вот, вот так вот он загружается. У нас же это самое, кроме слона, кто еще есть? Кто это такой, Денис? Это зебра. Зебра грузится с другой стороны. Вот у нас место под зебру. Зебру спасли. Динечка, а это кто? А это львенок. Как львенок говорит? Рычит. Вот сюда его грузим. У меня в руках кто? Жирафик с длинной шеей. Жирафика тоже спасаем. Грузим сюда. Еще один лев. Вообще каждой твари по паре. Но мы уже успели раскидать некоторых, поэтому не факт, что найдем всех. Дениска, давай второго крокодила загрузи в твое любимое место. Вот сюда, вот грузи крокодильчика. Вот. Так, крокодилов мы тоже всех спасли. Это кто? Это верблюд. Верблюд вот сюда. Дин, давай ты верблюда спасешь. Давай, засовывай верблюда сюда. Отлично. Ной. Ной тоже должен быть на ковчеге. Как же без Ноя? Деда. Все правильно, но я потом. Мы еще зебру загрузим. Давай, Денюш, зебру загрузим. Грузи зебру. Давай, засовывай туда ее. Отлично. Еще один верблюд. Давайте я. Ну и давай закроем крышечкой. Вот мы всех зверьков спасли. И вот деда Ноя Денис сейчас спасет. Так, отлично. И его жена Дениска, баба. Бабы, давай, бабу тоже будем грузить. Давай, папа поможет. Через какую-нибудь щелочку. Вот. И вот, смотрите, таким образом мы спасли всех зверюшек, погрузили их на ковчег. Снизу у нас млекопитающие, а сверху земноводные пресмыкающиеся. Но, к сожалению, у нас змей не было, поэтому только крокодилы. Вот погрузили крокодилов. Вот, и очень интересный сортир. Ребенку он очень нравится. Так что обратите внимание. Денечка, а с вами был кто? Канал Baby Go. Мы были рады вас видеть. Заходите к нам еще. До новых встреч, ребята. Пока-пока. Помаши ручкой. Пока-пока.